Здравствуйте, это новости на Дону. В студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Два человека погибли, три квартиры разрушены полностью, 10 частично. Последствия взрыва бытового газа в таганрогской пятиэтажке. Все инженерные коммуникации заработают в этом доме только после того, по третьему подъезду, когда будут завершены ремонтно-восстановительные работы. Зеленее на 120 тысяч деревьев и кустарников. День древонасаждений дончане провели удачно. Помочь товарищам нашим в уборке зеленых насаждений поврежденных и благо обществу принести. Вспомнили правила и узнали о реке Селенге. Тотальный диктант писали по эссе писателя Юзефовича. Особенно грешу запятыми. Вот, я их в изобилии ставлю. Можно сказать, уже в финале. Гандболистки Ростов-Дона разгромили немок в первом полуфинальном матче Кубка ЕГФ. Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва бытового газа в Таганроге. Он прогремел в воскресенье в квартире на верхнем этаже пятиэтажки по улице Шаумяна. Два человека погибли, еще двое в больнице. Из дома эвакуировали более сотни жильцов и разместили в гостинице. Полностью разрушены три квартиры, 10 повреждены. Все инженерные коммуникации заработают в этом доме только после того, по третьему подъезду, когда будут завершены ремонтно-восстановительные работы, и эксперты, строители оценят возможность подключения инженерных коммуникаций в более ранний период к первому, второму и четвертому подъезду, которые не пострадали. Пострадавшим при взрыве выплатят материальную помощь. Семьи погибших получат из бюджета Таганрога по 250 тысяч рублей и по 1 000 000 из областной казны. Пострадавшим город выплатит по 100 тысяч рублей, область от 200 до 400 тысяч. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Открытие предвыборного штаба Алексея Навального сорвали казаки и гражданские активисты. Более сотни человек заблокировали вход в гостиницу, где собрались сторонники оппозиционера. Протестующие развернули плакаты и требовали, чтобы руководитель штаба Леонид Волков из Ростова уехал. Очной встречи с противниками руководителю штаба удалось избежать. Он удалился из гостиницы на автомобиле, после чего разошлись и протестующие. Ростовская область отметила высадкой 120 тысяч деревьев. Сотня саженцев появилась в офицерском парке в Константиновске. Масштабный зеленый субботник организовали казаки, которые и разбили этот парк в прошлом году. В честь казаков и офицеров русской армии, погибших на фронтах Первой мировой и Гражданской войн. Но поучаствовавший в посадке первый замгубернатора подчеркнул, эта территория должна быть не только данью исторической памяти. Здесь будут проложены со временем дорожки, установлено освещение. И я думаю, что это будет любимым местом отдыха горожан города Константиновска. Молодыми платанами пополнился в день древонасаждений студенческий парк ДГТУ. Обновление парка продолжается уже несколько лет. И скоро результаты глобального преобразования будут видны, уверяют участники. Парк преображается за эти годы. Убраны деревья старые, больные. Очень много появилось новых. И все эти деревья, что самое главное, они принялись. 14 тысяч деревьев и больше 8 тысяч кустарников. Такой результат выдал в день древонасаждений Ростов. Причем озеленение совместилось с уборкой. День стал еще и субботником. Одна из проблемных зон этого года – уборка городских лесов. В Первомайском районе это зеленая зона на пересечении улиц Можайской и Российской. Поставлена задача – обрезать, выбрать сухие, поврежденные деревья, убрать поросы, распилить, помочь товарищам нашим в уборке зеленых насаждений поврежденных и благо обществу принести. Общество благо других не ждет и само себе активно их приносит. Многие выходят семьями и надеются на поддержку в будущем. Мы очищаем город для того, чтобы в дальнейшем наши
будущее поколение видео, как мы трудимся для них, и чтобы они брали с нас пример. Южному городу нужны тенистые улицы. Выросшие в Ростовской области саженцы клёна астролистного уже полностью акклиматизированы и наверняка примутся на проспекте Сельмаша, нечёт на его стороне. Возраст саженцев составляет 7 лет. Все лето листья на деревьях будут ярко-зеленого цвета. К концу августа они приобретут оранжевый окрас, затем они перейдут в ярко-красный и будут радовать нас весь свой вегетационный период. Наш город будет зеленее, краше, комфортнее. Я считаю, что каждый человек в своей жизни обязан посадить дерево. Не просто посадить дерево, просто вырастить его, чтобы потом дети его, внуки могли любоваться и говорить, это вот отец или дед мой посадил дерево. Город стал зеленее и чище. Во время субботника вывезено 1500 тонн мусора. Галина Белоусова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. О реке Селенге был текст тотального диктанта в европейской части России. Автор, писатель Леонид Юзефович, написал эссе из трех частей о главных городах и реках в своей жизни. На Каме он родился, на Селенге в Бурятии служил, на Неве живет сейчас. Ростовчане писали о реке и городе армейской юности Улан-Удэ на 28 площадках. В Юфу текст читал лауреат литературной премии за лучший роман на русском языке «Русский букер» Денис Гуцко. Самая юная участница здесь 13-летняя Вероника Корчагина. Стремится получить результат выше прошлогодней тройки. Перед началом повторила некоторые правила. Из начальной школы больше, потому что те я подзабыла уже, а вот которые мы проходим сейчас, я... не повторяла, потому что вот нас их спрашивают. Написать диктант девочку позвала бабушка. 75-летняя Таисия Нефедова делает это уже третий раз. У меня нет высшего образования. Вот, потому я вот на постыдной тройке, увы, пишу. Особенно грешу запятыми. Вот, я их в изобилии ставлю. С запятыми есть где развернуться. Сложных предложений в тексте много. Еще трудности могли возникнуть с названием реки, но его пояснили на доске. И то от бурятского слова «сэл», что значит «разлив», и то от тывенкийского «сэлэ», то есть «железо». Но мне слышалось в нем имя греческой богини Луны – Селен. Это город, где я был офицером, где прошла часть моей юности, Улан-Удэ и река Селенга. Ирина Цыганкова рискнула написать диктант без подготовки. В школе выигрывала олимпиады по русскому языку. Этот багаж и должен был вывести. Получается, большой период прошел, как бы никаких повторений за время вуза не было, потому что русский язык в вузах, как бы ему не уделяется такое внимание, естественно, как в школе. Тотальный диктант можно писать под псевдонимом или кодовым словом, и результат больше никто не увидит. Оценки объявят 11 апреля. Тогда же организаторы подведут итоги конкурса на самый красивый почерк. Евгения Слинкина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Помешать выйти в финал Кубка ЕГЭ в гандболистском Ростов-Дона может только извержение ростовского вулкана или цунами на Ростовском океане. Ведь запас у наших девушек после первого матча в Германии огромный. Хотя в начале встречи с Метцингеном голы давались с большим трудом. После 10 минут проигрываем 2-4. В середине тайма счет 5-5. Но к перерыву ростовчанки смогли выйти вперед 12-9. А во второй половине у наших девушек полетело. За 10 минут они сделали рывок 9-2. И до конца игры удержали преимущество. В итоге разгром 29-18. И ответная встреча превращается в формальность. Трудно представить, что Ростов-Дон проиграет дома с разницей в 11 мячей. Самой результативной в Германии стала Юлия Моногарова – 6 голами. Начало второго полуфинального матча в Ростове в субботу в 16:00. Четвертая подряд нулевая ничья в чемпионате страны у футбольного Ростова. В первых 5 встречах этого года наш клуб забил 6 мячей, но все в одном матче в ворота Томи. Голевая безысходность продлилась на гостевую игру с «Локомотивом». Из приятного только то, что наш молодой вратарь Никита Медведев играет в чемпионате на ноль уже 592 минуты подряд. Для сравнения, рекорд Игоря Акинфеева – 764. Заметим, что «Локомотив» даже полумоментов не имел, у соперника ни одного удара в створ. У нас таковых 4. Были шансы у Полоза и Ерохина, но результат по одному очку каждой команде. И Ростов сейчас на 8-м месте в таблице. Следующий матч в Москве в ЦСКА в субботу. Начали уверенной победой, но на следующий день проиграли. Так неоднозначно стартовал хоккейный Ростов в финальной серии Кубка Федерации со Смоленским Славутичем. Домашнего поражения болельщики явно не ожидали.
Состав Славутича разношерстный, от молодых до ранних, до матерых КХЛовцев. Именно молодость сыграла в начале первого финального матча. Первый же бросок по воротам Горелова становится результативным. Евгений Попитич замыкает прострельную передачу на дальней штанге 0-1. Южане разбегались ближе к середине первого периода. 13-я минута, Андрей Мартынов реализовывает численное преимущество. Свое слово сказала и первая пятерка во втором периоде. Василий Микинин после ювелирной передачи Алексея Савинова отправляет шайбу в ворота. Спустя 11 минут Андрей Леонов точным броском делает счет 3-1. Дали чуть-чуть маленько разогнаться Смоленску, фору им чуть-чуть дали. Потом начали играть, размялись, освоились. И все. А буквально за секунду до сирены на последний перерыв Владислав Туник забрасывает четвертую шайбу. Проиграли второй период, проиграли вчистую. Особенно, конечно, обидно для нас, что проиграли пятак, на что указывалось нашим игрокам. Ну и, конечно, тяжело выиграть игру, когда не реализовываешь свои голевые моменты. В третьем периоде хозяева позволили себе немного расслабиться, за что сразу же и поплатились. Все тот же Евгений Попитич оформляет дубль. На этом все. Ростов победил 4-2. В целом для первой игры я доволен. Конечно, надо будет немножко улучшить нам игру все-таки в обороне. Что иногда мы такие ошибки допускали, но уму непостижимо. Ошибки в обороне Ростова сказались во второй игре. Наши хоккеисты не смогли сдержать натиск Славутича и уступили 1-3. Единственная шайба на счету Алексея Савинова. Счет финальной серии до 4 побед стал ничейным – 1-1. Теперь команды переезжают в Смоленск, где сыграют 12 и 13 апреля. Все только начинается. Роман Саганов, Лев Клинов и Руслан Хамчиев. Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 15:00. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти».